Добренько. Всем добренько. Поздравь всех медработников с профессиональным праздником, ДНМ медицинского работника. Спасибо, спасибо. Всех медработников поздравляю с днем медицинского праздника. Всем всех, в общем, поздравляю. Добренько! Всем добренько, друзья! Я всех рад приветствовать на пятничном стриме. Всех рад поздравить, так сказать, с наступлением пятницы, с наступлением долгожданных выходных. Наконец-таки можно отдохнуть от будней рабочих, так скажем. Провести время, так скажем, дома, в приятной обстановочке, чаек попить. Всем приятного просмотра. Сегодня посидим немножечко. Сегодня у меня давление, как обычно, зашкаливает, башка болит. Началась страшнейшая мигрень, поэтому сегодня долго не обещаю, но часика 2-3 посидим, потарахтим. Вот, любые ваши вопросы отвечу. Может, даже Авито посмотрим. Или там, я не знаю. Равно говно. Блин, ну что это за донат? Зачем, блин, я не знаю, задонатили какую-то хуйню, блядь, говно какое-то. Нет, чтобы что-нибудь полезное написать. Какое-нибудь веселое, интересное. Ну, говно. Люди приятно отдыхают, а вы говно пишете. Как сказать, российская она похуже, конечно, качеством, чем американская. А Ryzen 7 ты собираешься в этот старый корпус вставлять? Мне кажется, он расстроится. Он достоин чего-то получше. Ну, это понятно. Но Ryzen 7, когда буду покупать, может, там и корпус другой куплю. Посмотрим. Вот. Что я хотел сказать-то? Банят. Банят не просто так, а за, блядь, за повторение одно и то же. За всякую хрень. Короче говоря, за троллинг. Вот, Олег, ты притомился. Притомился малость, спасибо. Надо нормальные вопросы, не троллить, и все. Что думаете, модераторы просто так кого-то банят, что ли? Модераторы работают, выполняют свою работу. РП и прочие. У них все пульты одинаковые. Ила, Олег Керман. Авианичи стрим, мы суетопи. Ила Свера Сати Естердай. You didn't make a Friday stream. Love you. You are my Russian bear. Oh, are you? Спасибо за донатик. К сожалению, thank you very much. Так, я, к сожалению, знаете что? Соответственно, все бы автоматом определять язык. Здравствуйте, Олег Керман, хорошего стрима, мой сладкий пирог. Карочка Деловинь пишет, между прочим. Мне вчера было очень грустно, ты сделал пятничный стрим. Люблю тебя, ты мой русский медведь. Вот видите. Russian beer. You are my Russian beer. Вот так вот. Как вы? Я очень хорошо. I'm fine, thank you. Боже, что за пицца, Марка? Приятного, Рома. А это пицца мафия. Называется, как не знаю, она с различными, там и грибы чуть-чуть есть, и бекончик, и мяско, и сыр, там сразу все. Ну, это Матвей. Эту пиццу мафия я благодаря Матвею узнал. Он мне открыл самую лучшую пиццерию Петербурга. Пиздец, бесит. Давай нафиг. Олежа, выбирай. О, водит, то-то-то-то-то, попади, РЕ-4, РЕ-5. Эк, РЕ-4 попали. Блять, в твист от метал. Какого хрена, блин. Ладно, хрен с ним, давай в твист от метал. Блять, хотел РЕ-4 попасть, и хрен не попал. Твист от метал попал. Никто все не пойдет. Каждый идет туда, куда он хочет, как правило.
человек волен выбирать тот труд, который ему интересен, и с него зарабатывать. Желательно выбрать себе профессию по душе, а не по... не знаю... чтобы она тебя не напрягала особо. То есть есть много людей, которые работают, им это нравится. Копеечка любимому стримеру. Тунеядцами и писателей считали. А они что ты дарил? Да, спасибо, Макс. Каким надо быть электриком, чтобы работать с электриком выше 1000? Там получают специальный этот... забыл, как точно называется. Ну, в общем, есть разряд электрика, а есть еще... сейчас вспомню. Группа какая-то. Группа по электробезопасности. Вот. Там базовая, допустим, у электрика. Там третья, например. Она там предполагает работать до 1000 вольт. А есть группа электробезопасности, которая предполагает работы свыше 1000 вольт. Там, от 1000 там... там, ты можешь работать и 220, там, и 380, и 1000, и выше 1000. То есть это там четвертая, по-моему, группа электробезопасности, или пятая есть. Я сейчас точно не вспомню. В общем, есть группа электробезопасности. Вот они определяют, можешь ты работать с высоким напряжением или не можешь. Типа допуска, да. Вот. У меня тоже есть-то такая. Это очень печальная история, но ты нам уже ее рассказывал. Олег, а ты хотел бы выйти на этот перекресток, сесть посередине и покакать, а потом как дрис? Нет, я бы такой хуйней не стал бы заниматься на этом перекрестке. Какой штат в США? Север или юг? Да я не был в США, чтобы вот прям точно сказать, какой из штатов мне нравится больше. Вот если я посещу США, поезжу по штатам, я вам обязательно отвечу, какой штат мне больше понравился. 10-5 утра. Ты получается в духу, да, ты весь шум разбудил, да? Да. Добренько.